Всем здравствуйте! Сегодня познакомлю вас еще с одним сортом моей коллекции. Это ремонтантный сорт Альбион. В принципе, сорт давно всем известный, распространенный, но от этого он не потерял своей популярности и по-прежнему высаживается на участках наших садоводов. Вот такая вот у него ягода, достаточно плотная, очень крупный сорт. Это ягоды первого плодоношения. Сегодня 8 июня. Вот такие имеем ягоды в Минской области. Плотная очень ягода. При полном созревании становится бордовой и очень сладкой. То есть этот сорт нельзя срывать в незрелом состоянии, в красном виде ягоду. Ее нужно обязательно дождаться, чтобы она была бордовой. Вот такие вот ягоды имеем на данный момент. Сортом довольна, он у меня ничем не болел, не поражался, листва у него чистая, красивая. Попробуйте, сорт действительно достоин вашего внимания.